Итак, друзья, запишем мы небольшой ролик по метро Last Night Redux. Точнее, буду делать прохождение. Да, скидки на них есть, можно купить за 89 рублей. Метро 2033. Ой, что это такое, народ? Last Night. Легкий... Нет, специально походу. Где мой русский язык, народ? Вы что, издеваетесь? Добро пожаловать, а там у нас все на английском. Это что за бред? Гемопция. Почему по умолчанию у нас стоит английский язык? Народ. Во. Так, выключите сюда. Нахуй. Все. Вот. Давайте, новая игра. Нет, давайте вот это вот, чтобы нам было по хардкору. Рейнджер. Мы возьмем рейнджер. Нам гамма достаточно такой. Волк. Со стороны ботанического сада. Послушаем. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Ну, черные, как помню, по первой части были, что же. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва. Почему? Им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Там же вроде не так было. Я просто играл давно. Посмотрим, что нас ждет. Он. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это... Так, мы с калашиком в руках. У нас что-то... Блин, кстати, графику дальний хоть прибавили. Это странно. Бесполезно патроны тратить. Ух ты, прикольно. А стоп. Понял, это... Это, короче, такая суть. Что-то в чем? Они же... Залазит в разум, чтобы мы убивали, люди убивали друг друга. В общем, суть. Я перестрелял всю команду. Вот он, ты черный. И он один был. В общем, суть. Артём, просыпайся. Артём, это я, ха? Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём. Я был на пепелище Улья Черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артем. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Да, это было... Это было в первой части. Да, Ульман, сейчас. Артем, нам просто необходимо поговорить с Черным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику.
Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Ну вот это хорошо, что на русском все. Ну, классно. Посмотрим, как все пойдет. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. 56 кадров, 57. Причем это, скорее всего, лог самой игры, то что не может быть. Чтобы. Зажигалочка. Что за ситуация кадров такая непонятная? Это вертикальная синхронизация, что ли, нарушена? Ну, по настройке. Нет, мы сейчас стесняться нормально сделаем, что. Во! И все, кадры стали нормальные, роботики. Давайте осмотримся, четвертый. Что это такое, Спарта, да? О, глянь. Не-не, все равно вот есть. Такое ощущение, что. Ну, блин, не нравится мне вот это вот сражение. Давайте в вертикаль синхронизацию включим. Все равно 6 градусов, потому что мы будем. Во! Все, и вы сами включили. Все ништяк. У нас 6 кадров тут для игры больше не надо. И зато у нас это разрыв. Вот, разрыв заполняется нормально. Так, ружье там. Это у нас список дел. Черт следует за ханом на встречу с мельником. Так. Не помню, что делать надо. Привет, парни, привет. Так. У меня с мышкой. Слишком чувствительная мышечка. Чуть послабее. Так, как нам это убрать теперь? Так, куда нам идти, непонятно, опять-таки. Ну, ребята сидят играют, всегда в основном. Оружейное, что? Привет, Артём! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока, давай тебя... Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности ни шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит? Фонит до сих пор так, хоть яйца запекать. Да и в метро есть зажжённый... Яйца запекать. Прикольно. Так, что нам надо сделать? Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, подсказки нету. Что тут скажешь? А, у нас же... Подсказок нету. О, еще. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Это я помню. Это не больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или крупное снаряжение. Ага. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их где. Так. Пушки на выбор. Первый. Нет. Это классический автомат довоенного производства. Ну, калаш наш, да? Так. Короткий ствол. Ствол подлиннее. Неинтересно, это близкий бой все. Ох, пулемет какой. Что мы берем? Не, пистолет нет. Наверное, возьмем калашик мы. Блин, я вот не знаю.
Этот взять, либо вот этот, с коротким стволом. Все то же самое, разница только в стволе. Нет, возьмем вот этот вот. И тут, и на второй случай, мы возьмем что-то... Мы возьмем что-то маленькое. Тут тюнинг есть. Тюнинг, что за тюнинг у нас? Так. Прицел. Прицел. Нормально. Так. Все. Уходим отсюда. Так. Вот кнопочка. Нажимаем кнопочку. Ништяк. Так, со вторым у нас что? Коллиматорный прицел хороший. Так, возьмем сейчас мы патрончиков немного, да? Слышали сегодня приказы? В метро про находку Д6 говорить ни с кем нельзя. Полковник говорит, кто-то проболтался. Так, а что же с Д6? Так, пожрать. Так. Ну вот он хан. Довольно-таки интересная ситуация получается у нас. То есть мы играем за рейнджера. К рейнджерам. У нас подсказок нету. И что нам надо делать, мы будем сами догадываться. Это чисто вот эта игра, это не стрелялка, это выживалка. То есть по-хорошему здесь надо пытаться выжить. Колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Ну, блин, как всегда, трендишь не по-детски. Очень много трендишь. Как он меня прошел, смотрите. Да. Как он... Загробные дары. Уже... Множество, и охренеть. И богатство несметное. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и Макир во все времена ждали проклятия. Прикольно рассказывает. Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкий... Ну, ребята, здесь это... Как оно? Ну, глубоко в зад. Ну, я же говорю, глубоко в зад, идем в душу, он без вазелина, вот именно что. Суть игры... Ой, вторую часть я не проходил. D6. Так, сектор А. Нормально. Блин, ну... Скажем так, для своего времени, когда эта игрушка вышла, это была культовая игрушка вообще. Командный центр. Это, блин, эта игрушка офигенная, поэтому я вот хочу в нее поиграть. Проходите ее. Герман, эти к Мельнику в штаб, по вызову. Так точно. Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам, потом без вас. Без вас, сыться, потому что он сейчас загонит арматуру по самой гланды. Я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме... Ну вот, да, кстати, там по первой части было понятно. На станции погибли люди. Хантер – лучший боец Ордена тоже. А ведь именно он говорит, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Выпей, курю. Поспешили начать сражение. Как-то странно вот эта вот ситуация. Рей, Кузня. Так, смотрите, все. Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного.
То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, какими сталкивался Орден. Полковник, Черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с Черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся. То есть как бы вот так вот. Нам надо попиздеть с ним Черным. Она. Есть. Девочка. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить Черного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. То есть, ну это как... Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Ну, Артем посидел. Артем. Черных, когда они ему доверяли. Он успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Застыл кролик, сама стоит такая. Скажу прямо. Черные тебя чувствуют, так? Значит, ты сможешь его... И не забудьте контрольных. Так, значит... Я оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит задание. Насчет чего там, блин, непонятно тоже. Что ты веришь этому психопату Хану? Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Ну да. Ну тут большинство народу можно понять, потому что тут апокалипсис творится. Нету ничего живого. Точнее, живое есть, но оно очень недоброжелательное. У нас это подсказок, не то интерфейс, то есть это ни жизнь, ни патронов, ничего, как бы. Поэтому мы вот... Опачки, что у нас? Загруз на следующую локацию, да. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там Черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Ну, скажем так, мне думаю, что надо его уничтожать, потому что я помню по первой части, ну, все-таки были разумные существа, которые могли помочь избавиться. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все. Как вы можете думать о сексе, когда, блин, тут вообще апокалипсис творит, не понимает, но можно потрахаться. У нее и выходить беременной. Как бы, ну, сами писали, да, апокалипсис, они там потрахаться, утешить, это все можно, как бы, свои потребности, животные, людские даже. Ну, а заводить детей, я думаю, что... Пока пользуйтесь фонарями. Так, у нас фонарик включен. Так, готов? Вперед! Осторожно, двери закрывают. Удачи. Фонарик включили. Что тут? Так, сейчас чуть-чуть поднабавить мышеньку, чуть-чуть. Тогда ведь на монорельсы ехали. О. Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально так получилось. Управления нету у нас никакого. Кто бы нам тут... Ждем свет, чтоб врубили нам. Ладно, может даже фонарик. Открывай ворота, я держу вот проход. Молодец, справился. Это пушка у нас для ближнего боя, пушка для дальнего боя. Нам сейчас более важна пушка для ближнего боя. Так, что у нас тут? Пытаемся обыскать, еще нету. Дверь мы откроем.
Прикольные глаза у него. Так. Давай направо. Слева тупик. Что-то их спугнуло. Будь начеку. Что-то их в натуре напугало. Зараза. Вот это скорость. Какая там скорость? Тут... А у тебя ничего, реакция. Нормально. Ёбнули их сразу. Так. Так. Лестница. Давай, лезь. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Ну, залазь. Поверхность. Надевай противогаз. Противогаз на букву F поев был полезный. Сейчас такая не пялься на мою типа жопу, хватит да? Пялиться на мою заднюю, кролик. Откуда? Не для тебя. Ну как бы это обычная логика, когда баба ползет вверху, а мужик снизу, так не ставит на мою жопу. Какая там жопа, там даже жопу, блин, не видно, ни хрена. Помоги-ка. Летет она. Летет и пахнет. Ой, что тут значит, грудные клеточки валяются. Так, это у нас станция ВДНХ. Да, это ВДНХ, станция телебашня. Там удобная позиция. Почему ВДНХ был в Москве, знаю. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка, мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам вылезет. Старайся оставаться на виду, я буду тебя прикрывать. Что-то мне это не сильно нравится, такая затея. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Да, с этой штуки мы, короче, не сможем в него попасть. Так, патрон. Патроны надо нам беречь, потому что... Да. Успел забыть. Держись, сейчас еще набегу. Еще тройка, работаем. Прицела нету. Вот в чем суть дела. Иногда будем стрелять без прицела, потому что, блин, иногда будем стрелять без прицела, потому что, ну тут... Все. Так, это фильтр меняем. Так, давайте мы как нам пользоваться аптечкой. Управление. Ой, так. Сменить фонарик, аптечка И. А, аптечка это на другой. Давай аптечечку сейчас. Фильтрик мы поменяем. Пойдем мы влево, у нас радиация есть. Это пипец, это плохо. Ну, проход, блин, это проход, короче, в первой части. Метров 30 от тебя, на 2 часа. Больше 2 часа, это вот... Мелковат, но с виду черный. Ну что же так. Ты, давай! Дьявол! Это с первой части, народ. Обходи слева, ёптель-моптель. Беру на мушку. Где он? Блин, я... Так, давай. Налево. И ну, присаживайся, где?
Так что, мы его убивать будем? Да... У него какой-то... Такое ощущение, что это начало с конца первой части. В натуре. Ты же как бы первую часть проходил давно. Странно это все. Ботанического сада выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы... Господин Стопфюрер, свежее поступление. Во как. То есть у нас здесь получается... Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще... Некоторые... Мутант, как мутант? Заметали череп, но ёлы пал. У разведки своей спроси, фашист недоделанный. Читаю до трёх. Извиняюсь, я, кажется, до сих пор не вызрел. Убил. В чем немц тут? В чем здесь немцы? Все говорящие по-русски, причем нормально, говорящие по-русскому, это вообще пиздец будет, да? Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из ордена со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, давайте мы сейчас. Дистанционный замок. Я так, знаю. Где? А вместе шанс есть. Я сейчас вам поднять. Еще нет. А ну-ка, мусоропровод, можешь через него выбраться. Надо калашик себе. Должен зря сделать второй пистол, но он тут подняется. Выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ну, давай, братан, залазь. Ну, заново. Так. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений.
Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Так, трубочки висят у нас. Лифт уедет, давайте дальше двинем. Давайте раскручивать. Двинули. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да, масштабы пипец, гляньте. Вон там, лаз на той стороне. Вон вверху. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Пошел. Молодец, красавчик. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Так, там что-то кто-то трындит у нас вверху. Куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Подсажу-ка я тебя. Ну и что мне делать-то? Ага, лестницу он мне спустил. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Тихонько. Теперь тихонечко двигаем вперед. Замри. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри. Спасибо, господин офицер, спасибо. Надо, короче, надо пройти, так понимаю, незаметно. За мной. Блин. Красавчик, сам, короче, с калашом, а я с ножом. Вообще охереть, да? Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Фюрер... Делаем так. Да. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Ну и как я пройду, братан? Ну и чё? Так, не понял, я юмора. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Странно. Бетон один. Именно на этом уровне странно проходить первым. Может, вам еще удастся спастись. Не теряйте времени. Не это, не я. Богом клянусь. Ага, послушали. Никакой надежды. Продолжим. Никакой. Заключенный 78. Только сдохнуть остается. Вы слышали постановление? Да ладно, братан, успокойся, не переживай. Я потом вытащу вас. Что это было? На самом деле. Кусок цемента, господин начальник. Заключенные кидаются. Не могу знать, кто, господин начальник. Если да. Ну, он вешает, блин, вообще трындец. Так, конечно, да, такой кризис жестко наступил тут. Здесь с первой частью, это совсем другое метро. Ну, и что нам делать-то? Кто здесь? А?
Ну, что делать надо? Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Ну, лопаты по макушке бьет. Очень гигиенично, вполне. Слышал? Что это? Вроде... Да, заключенный, смотрите. Я их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Ничего у тебя, парень, не получится. Даже не вяз, только подохнем все из-за тебя. Так. Так, тихо. Там еще стоит. Там еще стоит вон он, чувак, вверху. Как мне туда пройти, я не понятия пока не имею. Выкрути лампочку. Какую нахуй? Ага, вон лампочку. На этом прохождение заканчивается. В первой части. Давайте. Ах! Собираем 10 лайков, будет прохождение второй части. Всем пока!